фортепиано, как всегда, в лидерах. На нем играет рекордное количество участников конкурса. Духовые и ударные инструменты не столь популярны, но тем они интересны. Жюри с радостью отмечает, что благодаря конкурсу «Музыкальная мозаика» интерес к игре на редких инструментах возрастает. Конечно, творческое волнение есть. Многие детишки волнуются, но тут никуда не деться, возраст. Но самообладание у всех присутствует. И главное, что приятно, что второй год этот конкурс идет. И я по отзывам и на себе лично сейчас убедился, что все очень неплохо, как говорят. Потому что с культурой всегда было не все хорошо. Я надеюсь, что финал, который будет 21 апреля, и гала-концерт всколыхнет родителей на новый бум. Дирижер отметил, что победители этого конкурса смогут принять участие в концертах эстрадно-симфонического оркестра и играть наравне с известными музыкантами. Мы обязательно в своих концертных программах будем привлекать молодых исполнителей, детей от с 8 до 15 лет. Пока одни ребята демонстрировали на сцене все, чему научились, другие репетировали в гримерках. Я люблю конкурсы, потому что это возможность показать себя с лучшей стороны, какие у тебя способности, как ты научился играть за все эти годы и порадовать своих близких своими результатами. Ансамбль «Мир гитары» еще совсем юный, коллективу исполнился год. Но за это время проведена огромная работа. Ребята сыграны и научились слушать друг друга. Гораздо легче самому выступать, нежели когда твои подопечные выступают. Но побороться, я думаю, что сможем. У нас молодой коллектив, мы только первый год занимаемся с сентября месяца, поэтому буквально 8 месяцев обучения, поэтому будем стараться. Гитара, пожалуй, второй по популярности инструмент. Мальчишки и девчонки с удовольствием осваивают навыки игры. Я вообще с самого детства хотела играть на гитаре. У меня была знакомая, и она как бы тоже играла на гитаре. Вот. Как только я как бы увидела этот инструмент, я сразу захотела играть на нем. Конкурс «Музыкальная мозаика» продолжался весь день. Результаты будут известны позже. Имена лауреатов назовут на гала-концерте районного фестиваля искусств «Ступени». Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».